привет всем! Доброго дня, Юляш! Не знаю, как-то не обращала внимания, после операции выпадали волосы или нет. И вам добрейшего денечка. Вы реально не знаете, кто это поет? Приехала уже, сижу. Привет, Илоночка. Да, вы знаете, я что-то думаю, может пойти заплести, вот, который плетут, этот, как его называют? Ну, когда вот вплетают, чтобы подольше держалось. Кабриолет группа. Серьезно, первый раз слышите? А когда я жила в Ейске, мне было 14 лет. Это 20 лет назад. Они гремели. Вот. И все тогда с ума сходили по этим песням. Вы со мной 8 лет. Спасибо огромное. Очень приятно. А вот все... с ума сходили по этим песням. У нас в Ейске есть парк Подубного, и там кафе «Новинка» была. Ну, насколько я знаю, оно сейчас тоже еще есть. Вот, и там вот постоянно мы гуляли. Да, я снова жду. Да, песня «Молодость». Юность даже, не молодости. У меня их 4, да. Вообще закачайте себе кабриолет. У меня небольшие губы. От стресса совсем пропал аппетит. Ну, когда конкретный прям стресс, да, аппетит пропадает. Ой, песню «Малыш», если я сейчас поставлю, я заплачу. Она прям рвет сердце. Кстати, кто не знает эту группу, послушайте, да, песню «Малыш» у них есть. Как выходила из стресса. Вот почему-то этот не выдает у меня в этой, где я, короче, музыку, господи, сохраняю, там не выдала эту песню. Хоть подождите, сейчас я еще раз точно проверю. Да, к сожалению, почему-то не выдает он ОСРу. Мама, ты меня все детство, да, мы ее слушали. За все мои грехи прощенье у Бога попроси. Глаз красный, какой есть.
все мои грехи. Прощение. Работала в Ральф Лорене. Не в силах я. Эти цепи, цепи. Сдержать слезу я не могу. Да, восьмой девятый класс. Другая пропасть. Девушки, шикарная песня. Обязательно. Сегодня напишу транспарант, что ищу хорошего парня и выйду на Кутузовский проспект. Первая официальная зарплата в Меркурии 45 тысяч рублей плюс процентов. Дайте мне 2 секунды, потому что музыка не переключится, пока я ее не поменяю. Все, сейчас можно. Съемная квартира стоила по 35 тысяч. Заплетает мама Лилюни-Пупуни. Губы давно не делаю, в них очень много. Благодарю вас. Ой. Это просто вот про девочки, кто не знает эту группу. Это просто песня на разрыв. Но я же написала все прекрасно в посте. Что там непонятного? Да, я знаю, что умер Айко. Больше не делать, мне кажется, надо еще чуть-чуть. Холод по телу. Малыш родится у тебя. Похож он будет на меня. И я хочу, чтоб ты одна растила сына без отца. Хочу, чтоб солнце с высоты дарило нам свои мечты. Уже не помню. Не только сын, я и ты. Да, кабриолет. И в целом мире мы одни. Вспомнил я прощальный час. Ты сказала мне тогда, что сын родится у тебя. И вот вернулся я домой, ко мне бежит мой сын родной. За все тебя благодарю, за верность, ласку, доброту. За все тебя благодарю, да всей душой тебя люблю. Вспомнил я прощальный час.
очень сильная песня и просто на разрыв. Ладно, хватит. Девочки поплакали, остановились. Твое тело, у-ля-ля, мамасита, у-ля-ля, между нами, у-ля-ля, у-ля-ля, у-ля-ля. Эй, бомбита, у-ля-ля, мамасита, у-ля-ля, залипаем на тебя, как уносишь ты меня. Эй, бомбита, у-ля-ля, твое тело, у-ля-ля, мое тело, у-ля-ля, между нами, у-ля-ля, у-ля-ля. Смотришь на меня гравитация, вокруг никого, лишь твоя грация. Знаете, я что заметила? А Вселенная посылает вот нам те испытания, которых мы боимся, от которых бежим, не любим. Вот я страшно пунктуальный человек, и я ненавижу ждать. Но всех людей, которые посылают в мою жизнь Вселенная, я их все жду, всех жду. Вырабатываю свое просто стальное терпение. Подождите, пожалуйста, мне тут в WhatsApp фоточку прислали. Секунду. Я вернулась. Спасибо, девчонки, спасибо, кто считает меня красивой. Жду бывшего арендодателя. Надо подписать документы. Смотришь на меня гравитация. Вам тоже прекрасного дня. Я очень милая, да. Если меня не обижать. А косички заплетает мама Лилюни-Пупуни. А куртка Званшоп. Не, афрокосички нет, кудряшки нет. Может быть, бы завязала вот пару таких с Николоном, что, или как он правильно называется, чтобы они не расплетались. Афрокосички я не хочу, чтобы остаться потом лысой. Девочки, тысячу раз ответила, мама Лейлы мне плетет косички. Вселенная сильным дает все только через сложности. Возможно, нас это и закаляет. Может быть, вы правы, да. Ребят, скажите, пожалуйста, хотя бы порадуйте меня, что я ни одна ночью не сплю. Кто так же мучается, как и я? Это просто с ума можно сойти в таком режиме. Кристин, я пью. Я пью, меня вырубает на 2 часа от силы. Внутри потолок.
Да, вот, да, четвертую ночь. Не одна, это радует. Да, куртка двухсторонняя. А, да, если я обязательно, если я днем не буду досыпать, то я вообще просто не разэтываюсь. Вот, поэтому я досыпаю днем, когда получается. Но сегодня мне не получится поспать. Сегодня в джиме концерт. Вот, поэтому надо себя привести в чувство. Радует, что на успокоителях не я одна. Да нет же, этот начался конченый ретроград. Сегодня хорошенькая, до этого не была хорошенькая. Хочется поверь, она придет к тебе, как ласковый и нежный зверь, и даже разрешит тебе себя поймать. Только здесь охотишься не ты, охотница она. Сердце едет. Кать, я в принципе в джиме должна быть только на выходные по договору, да, вот. Я ходила от своего желания, от своей работы второстепенной, поэтому. Здравствуйте, иду. Вот, поэтому ничего не изменилось, на выходных я там и бываю. Выгляжу на 20, а мне написали вчера на 40. Блядь, я же машину помыла. Машину вчера помыла охуительно. Просто охуительно. Очень дорого, но очень круто. Я видела ваш комментарий, моя хорошая, я все ваши комментарии читаю, вот, касаемо поправилась насчет джинс, да, у меня они на животе уже лопаются,